Правая сторона поживее вроде, да? Да, там все целое. Может даже кресло целое. Разные стоит. Крыло целое, фары целые. Главное, мотор целый, сравый. Мотор целый, да, радиатор. Слава богу. Бочина и подвеска, ну и радиатор. Так, ребята, бывают в жизни неприятности. Но главное, все живы, здоровы. Сейчас кофейку согреем. Да, да ладно, все делается. Да сделаем, конечно, потихоньку. Правда, единственное, я говорю, на ближайшее время все делается. Вот так вот, друзья, бывает. Ехали, ехали. Под утро Саня уснул. Случилось такое вот. Сейчас будем ждать эвакуатор перед Перми. Ну, слава богу, все живы-здоровы. Ну, подлетели мы хорошо. Я уже попрощался со всеми. Было страшно. Сейчас до Перми, а там будем решать, что дальше. Ну, я уж не думал, что я твою машину буду снимать. Я свою-то так снимал. Ну, я тоже не думал. Что-то оборвало и диск помяло. Камень уберем. Чего?